Мы с вами напишем сейчас маковое поле, облака в небе. Мы, как всегда, мочим холст разбавителем, чтобы легче вписать, чтобы сухость холста не сопротивлялась краске. И вот сейчас буквально белила чуть-чуть накидали на холст и вмешиваем ультрамарин. Вмешиваем пока грубо. Нам нужно с вами избавиться от белого холста. Мы это делаем быстро, в рабочем порядке, ни на чем не застреваем. Просто избавляемся от белого холста. У нас с вами на холсте есть вещество краски, с которым мы будем работать, которое будет нам помогать, которое будет вбирать в себя то, что мы собираемся вложить, облака ли, травы ли. Вы видите, мастихином я распределяю красочку в каком-то туманном состоянии. Просто распределяю краску. От того, что краска есть на холсте, ее есть возможность распределить. Вы видите, даже с некоторой линцой работает художник, потому что задача настолько простая, что и волноваться не о чем. Чуть-чуть розоватости, охристости, желтоватости укладываю туда, под линию горизонта, где небо с горизонтом стыкуется. А сейчас намек на будущие облака. Прям мастихином беру белила. Я бы даже сказал грязнило, потому что это сложный цвет. Там и розовый, и голубой, и коричневый. А вот мы видим и охристость, желтость, то есть. Пока все только намеки. Краска еще настолько скользкая под мастихином, что не дает себе укладывать вполне внятно, поэтому мы очень приблизительно накладываем будущие облака. Но тем не менее, даже эта приблизительная укладка уже делает что-то интересное. То есть облака — это вот такая дымка с разбелами, особенно выраженными макушками и более растянутыми, мягкими, вписанными в среду неба низами. Берем кисть и укладываем зеленое поле. Мы взяли голубой, желтый и укладываем зеленое поле. Мощно, достаточно густо, мазисто. Вдалеке мы укладываем в горизонтали, впереди укладываем в вертикали, поскольку травы на переднем плане торчат, травы на дальнем плане лежат. Мы показываем общий характер плоскостей. С небом более-менее понятно, дымы. Нижней частью, я думаю, тоже становится понятно. Передние травы, близкие к нам, торчат. То в пользу синего, то в пользу коричневого, то в пользу желтого. Из этих трех цветов мы укладываем разноцветицу зеленого. Вдалеке лежат
поскольку вдалеке мы не видим уже вертикального ритма трав, мы видим их лежачесть. Я еще раз обращаю внимание на простоту задачи. Вы видите, что нет вообще, вот на этот момент, вообще ничего сложного не произошло. Опять же, травы не доводим до мутного состояния. То они у нас в пользу синего, то в пользу коричневого, то в пользу желтого. Густо, вы видите, мазок виден. Густота краски дает ощущение множества. Работаем мы плоской кистью до сих пор. Вот сейчас мы немножко перпендикулярно зашли в холст, чтобы дать дальние какие-то холмы. Всегда у этих полей какие-то дальние холмы, а если их нет, то их надо придумать, чтобы даль была, получила новые километры расстояния, перспективы. Накидываем густой краской. Какой-то намек на зелень, отделяющая одно поле от другого, ну и как бы дающие представление о перспективе. Вблизи нас будет более жестко, вдалеке будет все более разбелено, седо. Мазисто, вы видите, краска кладется. Вдалеке седовато. Первые намеки на будущие поля. Берем розовый, желтый, берем в разбеле, в пользу розового. Разбел делает седоватым замес. И маки вдалеке, как и все предметы, имеют седоватый оттенок. Укладываем густо, потому что маков очень много, они буквально... Вот, вы видите, чвякающее такое прикосновение, макающее прикосновение создает ощущение множества маков. Вдалеке они разбелены, седоваты. Вблизи становятся все более красными, все более выраженными. Ну вот некоторые такие запятые мы укладываем, чтобы показать уже маки переднего плана, уже какие-то более внятные. Краски вы видите много. Она вписывается в зеленую среду растений. И маковых, и не маковых. Она подбирает этот зеленый, она перестает быть чистым цветом, она уже как бы часть среды. Все маки вдруг становятся частью среды благодаря зеленому в подкладке. Вот сейчас макающим и, ну, как бы таким, ну, макающим и немножко мазочным, то есть мы немножко протягиваем мазок. Мы не просто макаем мастихин, а чуть-чуть протягиваем его в горизонталь. И получается ощущение трав, множество трав. Можно было бы только макать, но это слишком примитивный ход. Не появилось бы ощущение выгодных фактур таких. То есть это внешне было бы слишком понятно, как мы сделали. Поскольку мы делаем все-таки мазок, макаем и протягиваем в сторону чуть-чуть. У нас появляется сложный мазок. Но при этом это макательное прикосновение. 90% обучаемых легко справляются с этим макательным мазком. А вы видите, как много трав появилось. Вы видите, что травы лежат зигзагом. То есть светлые места я положил зигзагом. Сейчас я дальние травы укладываю. То есть вот покос произошел. Или наоборот, недовыросла еще
новые какие-то посаженные, какие-то растения посаженные, недовыросли. Вот они таким пируэтом уходят вдаль. Это теневая под высоту маков. То есть есть маки, которые лежат на поверхности, а есть то, что их поддержало вверх. Это имеет свою теневую, поскольку это уже другая плоскость. То есть маки от земли — это одна плоскость, маки, обращенные к солнцу, это другая плоскость, потому что у них есть зеленая ботва. Ну вот я горизонтальными и вертикальными прикосновениями делаю намек на какие-то желтые травы, которые цветут. Видите, мазок хулиганистый, мазистый, густой. Вот фиолетовые травы, они часто сопутствуют маковым полям. Не знаю, что это за растения, васильки или еще что-нибудь. Ну, они часто встречаются среди маков. И увидите, как они, ну прямо, как родные ложатся в эту среду. Причем макание происходит и по макам, то есть все одно в другом, одно вмешивается в другое. Тоже, видите, зигзагом иду. Там где-то островок фиолетовых цветов, еще островок. И они все не как строй солдат, они все немножко разбросаны. Желтые разбросаны, фиолетовые разбросаны, красные маки разбросаны. То есть нет порядка. Вот отучиться от привычного порядка, когда все расставлено в шахматном порядке, очень важно. Маки переднего плана более крупные, я их даю густым, плотным мазком. Крупно, ритмично, они все смотрят в некотором одном направлении, да, по косой диагонали, подразумевая, что они все обращены к источнику света, к солнцу. Все маки, видите, головочки их чуть-чуть имеют косой наклон, они все обращены к солнцу. Густой мазок, и вы видите, насколько это убедительно. Хотя сделано элементарно. Видите, сочетание вертикальных васильков, или как этих цветов, горизонтальных маков создает ощущение ряби, множества, одним словом, поля. Маки переднего плана крупнее, дальнего помельче. Ну вот белые а-ля ромашки какие-то. Вы видите, такую запятую ставлю, маленькую, деликатную запятую. Если маки мы ставим большой запятой, то в данном случае ромашки мелкой запятой. Можно эти ромашки кистью было бы доуточнить, дать им оранжевые серединки. Чуть-чуть сделать намек на листики ромашки, особенно у передних. Вот. Но можно не делать, можно упростить. Вы видите, уже более мелкие прикосновения дальних маков, которые одни из которых торчат над общей массой, заслоняя зеленое поле. Еще более дальние маки вообще стеной стоят, вот непонятно даже, где они там, что они там. Я думаю, если вы увидите картину Моне с маковым полем, вы увидите знакомые трюки, когда просто густота какого-то разбела вдалеке. Вы видите, маки положены были вдалеке зигзагом. Вообще все некоторым зигзагом. Сейчас я раздаю... Маканием раздают темные серединки в чашах маков. Причем буквально маканием. Вот, снизу усиливаю темность зелени в пользу синего. То есть синий делает
вот эта зелень синий-желтый в пользу синего дает ощущение тенистости зелени. И вот густой краской, мазисто, снизу подкладываю синий-зеленый в пользу синего, а сверху наоборот в пользу желтого. А вдалеке разбеленность этого, которая будет смотреться седовато. Вы видите, творю совершенный произвол, то есть даже не смотрю ни на какую картинку, я знаю просто, что так оно и есть. То есть ситуация настолько элементарная, с такими полями, дальниками голубыми, с цветущими травами, что... Ну вот сейчас небо немножко стало, краска, разбавитель выпарился, впитался, и краска стала суше. То есть та подкладочная краска, голубая, синяя, которую мы уложили в небо, стала суше и не так скользит под мастихином. Поэтому мне сейчас удается легко уложить белило, может быть чуть-чуть с оранжевым, для того чтобы с легким оранжевым оттеночком, для того чтобы показать свет на облаках оранжеватый и теневые, ну, грязновато-синеватые, фиолетоватые. Вы видите, мастихином элементарно можно уложить выраженные макушки облаков и растертые, растаявшие низы облаков в среде неба, особенно там вдалеке. Вот мигание, мутные, невыразительные, и выразительны только верхние части облаков. То есть буквально раздаю некую рвань с выразительностью на верхних частях и растаянностью снизу. Ну вот маки, которые цветут и здесь, и, вероятно, там дальше, тоже дают красноватый оттеночек теневой части облаков, которая имеет рефлекс от земли, а в данном случае маковый рефлекс от земли, красноватый. Я эту красноту подбрасываю, и это гармонизирует картину в целом. Вы видите, даже по лицу художнику видно, что он не напрягается, насколько проста задача. Макушки облаков выражены, низы более тихие, более спокойные, хотя в данном случае облако вверху имеет корону освещенности и сверху, и снизу. Сверху чуть сильнее, снизу чуть слабее. И палец идет в ход. Посмотрите, как сподручно сейчас. Какие-то перистые образования в небе показать пальцем. Вот облако уперлось в верхнюю часть формата. И это по-своему тоже композиционно интересно. Густая краска укладывается, втирается, вдавливается, накладывается. То есть импровизируем. И опять же, пока краска сырая, мы можем все снять. Снова превратить небо в элементарно синий цвет и снова нарисовать облака. То есть вот снизу, видите, я пальцем делаю мягкость низовой части. Ну и, конечно, в конце можно одеть рамочку и порадовать себя готовым произведением. Картина очень простая. Рекомендую.